Всем привет, снова с вами Басун, и сегодня мы продолжим игру в Team Fortress 2. Будем играть сегодня за пиромана. Позажигаем сегодня. Так. Что-то у нас тут дверь держит открытой. Сюда пира хренов. Мы поджарим тебя. На стопудово мальчик где-нибудь сзади тусуется и ждет еще. Соло уже курит. Опа. Ну, я же говорю, где этот мальчик. Так, где же наши милые друзья? Да, прикурить вам я. Идите сюда, сосранцы. Как забрал, так и отдал. Блин, спай там где-то тусил, оказывается. Ах ты ж. Вот эта фигня, что-то на этом сервере творится непонятное. Через какое-то время выбрасывает обратно в меню. Так, где же вы, наши милые друзья? Блинс. Так. Ух ты, сколько солдеров, а долго-то? И демо там еще сверху закидывает. Летают ракеты. Хватит уже менять команды, это уже надоедает. Минус солдер. Кавасаки. Подлечусь. Пойти что ли пока пиромановки зажигать? Да, приземлился прямо на меня. Как всегда, когда уходишь, туда все идут.
Вся вечеринка там, где нас нету. Как приходишь, так вечеринка заканчивается. Не мадрила. Что-то когда на сервере пустовато. Обычно здесь народу дофига, а сейчас что-то как-то не очень. Сейчас какие-нибудь спаи пойдут, как обычно. Да, конечно. Солдеры спалили меня. Уже разносить-то нечего. Какой-нибудь стопудол спавит, тащит доки. Сколько у нас? Нахрена три спая, я не понимаю. Ну, тут уже даже париться не надо. У нас два солдера, один демомен, я пира, один скаут и три спая. Чё толку от этих спаев? У них один спай ходит, по всем гуляет. Горит еще Кавасаки наш. Сушеный урюк. Минус один. Гамадрил спай. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Так, нашу жопу не подстрелили. По крайней мере, демо подпалили. Что-то тут народу много собралось. Надо тут немножко пошалить. О, как. Какой-нибудь спай очередной, блин. То по короткой тащит. Ух ты. Еще и солдер, вообще красота. Свежий зажаренный спай готов. Дорвался все-таки до его. Лежать бояться. Подрумяненный. На нашу базу.
Был бы медик, можно было с медиком погулять. Да, перед там походу, который сбил Доки, играется тут. Пойдем через кишку погоняемся. Метка раз с Убером ходит, нет бы дать. У нас-то в кишках никто не тут не тусуется. Ух ты, сколько тут. Сколько тут всего сразу прилетает-то. Не успеваешь даже отразить. Да блин. Все равно ловлю, так до сих пор не научился путем отражать ракеты. Зажигаем мы немножко здесь. Ну дожги его, дожги, ё-моё. Тинжон прикольно играть, но неинтересно сидеть тупо на базе и ждать, пока кто-то сам тебе придет. Если тут кто-то придет. Ох, как не дал вовремя это прям. Как вовремя Убер дает медик, вообще круто. Прям на базе, можно просто сразу нарез дать. Русский факт, наверное. Ага. Русский, да. Ух ты какой. Ёбка. Надо вообще сейчас на первом месте, тут сейчас такие будут замес стоять. Надо что-то по взрывоопаснее, так сказать. Либо масштабней. Так, надо тоже хайк попробовать, что ли. С латунником погонять. Так, только надо комплект вооружений поменять. Бутербродики. Так, шоколад мы оставим. Что еще можно напилить? Не, у меня тут какой-то головной уборчик был хороший, мне нравится он. О! Ну ладно, погнали таким вариантом.
пошел нафиг меда. Кто спер мои патроны, мать твою? Спавь, стеночки лежать. Мед, лечи. Ну и где наш мед? Вот мед лечил, взял, бросил, ушел. Когда уже атака идет, так он где-то там пошел покурил. Ну ладно, постои на балкончике, если нас снайперов нет. Ну правильно. Взорвали один хрен. Ну и что это мне меч? Этот меч уже есть. Ничего новенького не дают. Сожрали шоколадку. Достаточно быстро перезаряжается. Немного здоровья восполняет. Плюс еще здоровье сверху дает. Ух ты, сколько у нас инженеров сразу завелось-то, хэвиков, народу подбежало. Почему я взял латунные монстры именно? Потому что латунные монстры наносят больше урона из всех самых пулеметов. Ох ты, спай. То, что латунный монстр наносит больше всех урон, даже хоть у него и скорость притяжения с ним меньше. Он, в принципе, нужен для дефа большей частью, или не осад, так штурма. А именно стоять на месте и, грубо, отстреливать все говно. Пить, я с ними двигаюсь уже, все. Так передвигаюсь медленно. Что там из кишки у нас это? Ну, мед, лежать.
Новый статус приобрел латунный монстр. Кого-то там пришили. Все патроны пособирали разом. Сто патронов, в принципе, для Хэвика-то ни о чем. Надо сгонять еще. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Че там уже все расчистили кишку? Ух ты, меня сейчас снайпер завалил. Так бы в любом случае я выиграл, то что у меня урон больше. Единственный минус, что у меня еще перчатки одеты, это минус хп мое. Ух ты как. Ну, мы встанем здесь. О, зря он вышел. Латуник сдох. Сейчас туда же латунный монстр рулит. Даже если вы выходишь напротив Хейка такого же. Чё? Верни раздат. Блин, чуть-чуть. Спай получил в чердак. Отправился спать. Ох ты, еще и Хэвик. А, снайпер даже меня убил. Конечно, столько инжей только что не строится. Один вообще где-то в каком-то анальном проходе ставит. Второй где-то что-то там в телепорт тыкает. Когда нужно атаку проводить. Снайпер опять. Где наш снайпер, я не знаю вообще. Ну так и не поиграешь путем. Когда даже снайперы-то убить никого не могут. Сейчас сам инженера возьму и буду отстраиваться, ё-моё. Вот где наш мед? У меня жопа горит, сейчас не успею, догорит. Как обычно. Возьму-ка я инжа. Турелька. Сюрприз. Так, починить турельку, проапгрейдить. Куда он пошел там с своей турелью, не знаю. Есть ли на него вообще. Там походу Хэвик идет.
Хоть здоровье турелитель показывается. Так. Ну ладно. Пойдем собирать металлолом. Ух ты как. Подтолкнул меня на бомбы, а? Благо, что раздатчик живой там. Ой, не раздатчик, а турель. Сейчас мы раздаться откнем куда-нибудь себе. Блин, вот как всегда. Пира ходит, а толк, что он ходит. Сейчас мы быстренько здесь все наставим. Медик вообще курит, хэвик тоже там где-то. Отвалит мои турельки, чувак. Чё толку-то меня лечить, иди хэвик лечи. Так, турель мы поставили. По нём поставим раздат. Благо, что прямо на респе здесь строимся, здесь все рядышком есть. Ходить, как говорится, далеко не надо. Так, в принципе, так, вход, телепорт. Где-нибудь в кустах здесь воткнем. Если получится к ним сбежать туда, поставим там вторую часть. Так, турельку мы, я думаю, перетащим куда-нибудь сюда, в интересное место. Сейчас мы раздатчик затащим, чтобы было вообще шикарно. Ну, благо раздат рядышком, заряженный. Так, воткнем его здесь где-нибудь. Так, раздат самое то, он все лечится, патрончики тут недалеко. Она ж теря вылезти не могу. Да уйди ты отсюда, чебурашка, блин. Станут всякие тут, понимаешь ли. Нафиг мне твой раздать здесь. Так, у нас теперь получается спаев только осталось проверять и самому здоровье исполнять. Скаут не вовремя вылез.
Ну, турель-то, в принципе, сделал свое дело с Солдером вместе. Осталось только успеть туда. Чтобы никакие спаи тут не проползли. Главное хорошо окопаться, а дальше уже вот так вот делать. Со всеми живностями в инвизе. Вот это хорошо. Главное проверять теперь всех, что там только подходит. В основном будут все из кишки, конечно, валиться. Все говно. Острозуб еще плюс бы скорость произведения. Ну вылазь, малыш, вылазь. Минус заряд Uber, плюс еще. Как я вот люблю эту штучку. Это плюс его, то что они, если Uber идут, просто сносишь в меду весь Uber практически можно. И спаю невидимость. Можно повоевать, учитывая, что какой-то там один. Надо только спай не допускать. Опять виня какая-то. Надеюсь, не перемешает хоть с командами. Местами. Телепорт. Кто-то сверху пытался проломиться. Это тут сидит, чинит. Пойду телепорт хоть починю. Ох ты, как тут. Так. Давайте, давайте, ребята. Один на один. Надеюсь, хоть спай там какой-нибудь придет нам. Ух ты. Там и солдеры внизу тусуются. Веселуха начинается. Ну ладно. Так. Если сейчас наши будут теснить, можно будет туда сдвинуть. Ох ты как. Ну давай, давай, я с таким количеством здоровья прям на турель. Сигей. Судя по звуку... Не получилось. Он даже достижение получил. Хотя их давно уже не получал. Под очень давно это понимается несколько месяцев. Походу попал в Мамеду и Убер снес. Ну давайте, доки, кто-нибудь сопрет.
Ух ты. Себя-то он... Нет, чуть-чуть зараз остался. Живых еще остался. Так что надо добивать. Так, поводырем мы не пользуемся. Он нам нафиг не нужен. А вот Содора, который сюда приперся, надо убрать. Откуда ж ты придешь, малыш? Ах ты ж. Все равно живой остался. Если он пойдет через низ, сейчас значит его разнесет. Да. Долгая битва один на один. А уже инжаном тащат. Самое то сейчас. Чтобы нам вообще тут отстроиться. В общем, я так понимаю, у нас здесь веселуха намечается жестокая. Тем более, меня тут все, кто только не лень, зажали и закидывают. Все тупо стоят у моей вот турели и раздатчика. А в атаку что-то никто не чешется. Переключаемся на ключик. Тут где-то, кстати, спай ходит. Не удивлюсь, если он где-нибудь уже на доках. Всех тут разносим, а сами в атаку не идем. Моя жопа мне дороже. Убер есть, а току нету, да? Кого ему дашь, тому и получишь. Сервер, смотрю, заполнился, народ пришел. Ну, так, продолжим, что у нас тут? Ух ты, раздатчик, все снесли. Не углядели вы, ребята. Да. Ладно, в баню вас. Пойду каким-нибудь другим классом погоняем. Тем же медом. А они потом такие наглые, что нам постоянно их жопы прикрывают. Ух ты, кто-то заговорил. Посмотрим. Ух ты. Да, конечно, всем пофиг. Медом главное играешь, лечишь, а все остальное, что тебя там валят, посрать. Как обычно. Убер хрен на ком, пиши на ком. Хэвик тут, блин. Два меда, а чё толку-то? Один уже, по-моему, сдох. Второй еле живой еще бегает. Репертуар один и тот же. Спай тут где-то. Вали спая, блин. Да, я прям буду на бомбу кидаться, я прям мазохист. Я люблю прям повоевать. Ну, пошли, пошли через кишку. Чё там хочешь? Убер? На, держи тебе убер. Да, Хэвик ты, конечно, вообще крутой. Решил завалить Солдера под убером. Ну, посмотрим, что у нас дальше будет. Хэвик решил под медом ходить с уберами. Валить всех. Особенно с рукопашкой, вообще красота сейчас. Ну и куда ты?
О, да, толку-то чё? Я тебя чё, вылечу, если на тебя сейчас все получатся? Я просто сейчас сдохну вон сзади. Ну и чё, я прыгнул. Я первый же и сдох. Да, чем руководствовался Хэвик? Надо было идти на доки тырить, и потом уже разбираться, где чужой, где свой. Давай, давай, малыш. Мы пойдем с тобой. Давай, давай, на доки, прямо на доки. Куда вы, мать вашу, все претесь, а? Давай на доки. Давай, правильно, пира. Тащи свою задницу огненную туда. Ну вот, правильно, спайфель. Пошел, покурил. Пошел, доки спер. Давай, давай, тырь. Погнали, малыш, погнали. Убер тебе давать будут только в случае, чтобы ты кого-то завалил. И то, если я дожил до этого момента. Давай на мостик. Давай, 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 давай. Ох ты. В спину какой-то убил меня, говнюк. Зато хоть вытащили их. Давайте. Пипец. Я, конечно, поражаюсь людей, которые пишут, здесь нам читали. Сейчас процитирую. Медики, вы пиздец тупые, зачем вы берете вообще? Если один хреново играет, это не значит, что все говнюки плохо играют. Ну ладно, я думаю, на этом я закончу. Мы просрали, как видите, при такой-то команде у нас сейчас два солдера и два меда. Ну, я меда взял в конце. Спай, 3Дема, Пира, Снайпер, Хейк, и чё в итоге? И в итоге мы все равно просрали. Ну ладно, в принципе, всем спасибо. Ждем дальнейших видео. Ставим лайки, подписываемся, комментируем видео. Всем удачи и удачной игры. Спасибо.